Уральские новоселам вручили ключи от новых квартир. Два жилых дома на 160 семей построили по системе жилстройсбережений. Еще один специально для молодых семей областного центра. Счастливчики, прошедшие отбор по критериям госпрограммы, уже готовятся к переезду. Новостройки подключены к отоплению. В них установлены приборы учета тепла и воды. Газ подадут, когда дом будет заселен на 80%. В ближайшее время ключи от новых квартир получат и ожидающие своей очереди на социальное жилье. По этой программе в 2013 году было построено 47 тысяч квадратных метров, 787 квартир. Сегодня мы сдаем 90-квартирный дом для молодых семей. Мы жили с моей мамой, вот, а потом вот решили сдать документы, чтобы получить свое жилье. Вот. Получается, вы прошли, да? Да, мы прошли, да, мы прошли по всем баллам. Вот сегодня у нас счастливый день, квартиру мы получаем.